Небольшое видео о фотоловушке Синтект 500М. Хочу сказать свое мнение об этом аппарате. Брал ее год назад. Хотел ставить рядом с городом. То есть телефонная связь там брала. 15 километров от города. Ну, думаю, ладно, буду сидеть, смотреть в интернете, что приходит на почту или на телефон. Сразу же столкнулся с такой проблемой. То есть телефонная связь-то брала, все хорошо, но как коснулся конкретно, понял, что ничего я не увижу ни на электронке, ни на телефоне, по причине нет интернета. Ни 4, ни 3, ни 2, ни 1 G. В связи с этим понял, что антенна мне нафиг не нужна. В лесу мешается только, когда ставишь на дерево. Вот, надо колхозить заглушку какую-то. Все так, руки не дошли. Езжу с антенной, ставлю. Это ладно. Надо было брать обычную. Эту я брал на Али за 5700, что ли. Без GSM приемника она там 3600 стоила. Ладно, думаю. Купил хорошие батареи, потом аккумуляторы хорошие заказал. Вторая проблема — это источник питания. Вот этот батарейный отсек, батареи. Как только дело доходит до низких температур, то есть ближе температура к нулю, какие я туда не ставил аккумуляторы, через сутки начинается проблема. Падает напряжение, она начинает издавать писк. То есть животное попадает в зону действия датчика, датчик срабатывает, включается видеосъемка со звуком, и она начинает пищать, напруга падает, видать, на батареях, начинает какой-то звук издавать. Видео скину чуть ниже, ссылка, где она именно снимает, где животное заметило эту ловушку и потихонечку от нее сделало ноги. То есть выход нашел, понятно, вот здесь есть разъем, подходит от ноутбука. Ну, это в магазине электроники все продается, то есть разъем, длинный провод, 3 метра, потому что и гелевый аккумулятор небольшой, 500 рублей ему цена. Все, проблема решена, подключились. Все вот эти батареи солнечные у знакомого брал, попробовал, то есть... Фотоловушка висит там на елке, например, на любом дереве. Сверху листья или уже день короткий световой. То есть все равно не тянет. Ерунда это все. Солнечные батареи, аккумуляторы. Только гелевый аккумулятор подключили. От 5 до 9 вольт здесь написано. Подключили аккумулятор. Спрятали хорошенько, чтобы его... Особенно медведи любят вокруг нее ходить. Принюхиваться. Один раз чуть ее, я так понял... Уже хотели уволочь. То есть, если бы зацепил, все, попрощался бы я с этой ловушкой. Естественно, сама пахнет, аккумулятор будет вонять, провода. Все это надо аккуратно засыпать, чем-то прикрыть под деревом. И вешать 2.5 метра, ну 2 минимум. Низко не надо вешать у земли. Вот. Какая еще проблема? Пульт. Вот никогда в жизни не снимайте отсюда пульт и не уносите с собой. Не ставьте пароль. Что сделал я? Поставил пароль. 1.1.1.2. Все, думаю, утащат. Ну, забрал пульт. Через 2 дня я его немножко потерял. Все перевернул, не мог найти. Искал в интернете. В интернете я его не нашел. Получалось, что приходилось снимать мини... карту вставлять, перекачивать на ноутбук или компьютер качал, просмотрел, опять выезжаю, опять эту карточку памяти вставляю, короче, вот так уже настройки, ничего без пульта не сделать. И если ее уволокут уже, то у вас останется только пульт, так что тут без разницы, уволокут ее с пультом или без пульта, пусть лучше будет в ней, надо, пришли, по крайней мере что-то в настройках можно поменять. Смотреть, просматривать видео через этот экран, ничего не видно толком, все это ерунда.
только хорошо видно на компьютере. Вот. Экран чисто для настроек, то есть пришли, что-то захотели поменять или дома сидите, там решили вместо минуты две поставить. То есть у меня практика, у меня стояло 3 фотографии, 30 секунд съемки. В итоге я насмотрелся этих фотографий до посинения. Поставил одна фотография, срабатывает при движении, и одна минута съемки за глаза. Ну, по крайней мере, в таких местах, как солонцы, привады медвежьи. Да, что еще? Перед ловушкой не должно быть никаких вообще, ни травы не расти, никаких там кустиков, ни деревьев маленьких. То есть, если навели на какой-то объект, где хотите снять кого-то, все вокруг вручную, каждую соломинку. Поначалу тоже насмотрелся видео, ветерок дунул, где-то травинка колыхнулась, включилась, 3 фотографии, 30 секунд. И так полночи оно снимало у меня. Сидел, искал потом. Кроме травы, уже не хотелось смотреть, удалял просто видео и все. То есть метод проб и ошибок. Второе, вот этот шнур. Он вроде длиной метр, но на самом деле он короткий. Я вешал на березе. Единственная береза была как раз в том месте, где мне надо было повесить ее. Повесил, стал натягивать, не хватает 20 сантиметров. Ну, хорошо было чем удлинить, удлинил. И опять же, на светлом надо ее маскировать, потому что видно за километр, что на светлом там дереве висит какая-то черная ерунда. Плюс еще эта антенна тут. Что я делал? Находил березу, обрезал кору и аккуратно всю ловушку, вот эту антенну, все закрывал. Плюс вот этот черный ремень. То есть обкладывал полностью ее. Висела. Ходил со знакомым, в 2 метрах не мог увидеть, что она висит. То есть вот так. И хочу себе взять 2 еще без вот этого GSM приемника. Не нужен вообще. То есть где-то в лес. Ее хорошо повесить на даче, да, соседи там клубнику таскают или картошку копают. Где-то ее поставили на огороде там или рядом с огородом, там на бане. Все отлично, она вам там, или в доме можно ее поставить прямо. Но батарея. Вот самое вот это мне, что не понравилось, тут поставил, неделю не был. Приехал, карту снял памяти, другую вставил, приезжая домой, все, съемка прошла там, не знаю, то, что в течение суток успела наснимать. Все остальные 4 дня, в итоге сутки снимала, то птица прилетит, то еще какая-нибудь ерунда, то не видно ничего, темень, то туман. В итоге наладилась погода, пришел зверь, наковырял там, ну, естественно, она дохлая. То есть на видео видно, что я говорю о приваде, то есть привада лежит сложенная, сутки не было медведя. Все, как только она села, умерла, все, пришел, все расковырял, все съел, там утащил 100 килограмм рыбы, ничего так и не отснял. То есть самое важное, аккумулятор, пульт всегда здесь, потому что вот потерять его вообще не сложно. Ну и в принципе все. А качество видео с днем снимает очень неплохо. Ночью, вот я скину сейчас видео, ссылку под видео будет. Посмотрите, как она снимает. Ну, понятно, цена и качество, как бы. Ну, в принципе, достаточно. Так что так, кому нравится, покупайте. Пишите, если будут какие-то вопросы. Всегда рад ответить. Подписывайтесь. Всем пока.